Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Несмотря ни на что». Женя Виноградова выросла в профессорской семье, как и ее близкие подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, а впереди у каждой безбедное будущее и прямая дорога в науку. Но мечты героинь разбиваются о жестокие 90-е, и каждая приспосабливается к новой реальности по-своему. Однако, для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на стойкость. Предательство близкого человека, обвинение в убийстве, которого она не совершала, и счастье, которое она заслужила. Несмотря ни на что. 10 серия. Единственным человеком, способным помочь жене, оказывается Денис. Она не хочет обращаться к этому человеку, но выбора у нее нет. Денис готов на все ради Жени, но и сам просит ее об ответных услугах. И для начала они вместе проводят переговоры с мошенниками, чтобы избежать подготовленной для Дениса ловушки. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.